В январе-августе текущего года российско-азербайджанские торговые и экономические связи, как это, в общем-то, и положено стратегическим партнерам и добрым соседям, развивались весьма динамично. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, рост товарооборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 62,9%. Мы по товарообороту, имея в виду на этот период, отчитываемый период, выходим практически на рубеж 2 миллиарда долларов. Так что есть все основания утверждать достижение рекордных показателей. Мы являемся также ведущими партнерами и по потреблению азербайджанской продукции. За этот период среди партнеров, стран-партнеров по СНГ, российских партнеров, темпы роста с Азербайджаном самые высокие. Радует, что и в структуре азербайджанского экспорта идет диверсификация. В основе идут минеральные продукты, естественно. Это прежде всего связано с увеличением объема поставок газа. Он растет, и за январь-июль он уже перевалил отметку 1 миллиард кубических метров. По прогнозам, выйдем на уровень по итогам года 2 миллиарда кубических метров газа. Вы знаете, партнеры – это «Газпром» и «Сокар», да? Они часто встречаются, переговаривают, Миллер, Абдуллаев. И, насколько мне известно, на последней встрече была заявлена готовность России взять столько газа, сколько Азербайджан предложит. Мы с большей уверенностью можем прогнозировать, что до конца, по итогам 2011 года, мы выйдем на рекордные за всю историю наших двухсторонних отношений показатели товарооборота в объеме, как мы рассчитываем, 2,8 миллиарда долларов. Вы знаете, рекордом был 2008 год, где по статистике российской мы вышли на уровень 2,4 миллиарда долларов. Сейчас мы прогнозируем выход на рубеж в оптимистичном плане на 3 миллиарда долларов. Для этого есть, еще раз повторяю, все основания.